вставляется. Я не знаю, как на английском объяснить, потому что я не понимаю, что ты вообще делаешь, поэтому я не буду никуда объяснять. Расслабить пружину. This action required to weaken the spring. Нихуя себе. Ну-ка, убери. Снимаем хуйню. Че, она расслаблена, да? Yeah, о, нихуя себе. Все, да. Да-да-да. And now opening gearbox. Ебалайтинг нах. Вот, все. Чик-чик-чик. Смотрели. Че там? Ну, это, кажется, не моя доработка. А что сделан? Отверстие рассверлено, видишь? Че, это хорошо или? Для больше. Ну, это как бы здесь не особо нужно. У тебя здесь и так много отверстий, они большие. Для сравнения, вот смотри. Вот LCT голова, да? Ну. Вот. Здесь 6 отверстий, а здесь 8. Это супершутеровская голова, здесь 8 отверстий. Ну. То есть, когда поршень идет в цилиндре, воздух сюда попадает и раздувает резинку. А, это вот для компрессии. То есть, поэтому, видишь, она здесь свободно ходит. Я понял. Она раздувается об стенки, короче, и это... Давлением воздуха создается компрессия, помимо смазки. То есть, типа, это, по идее, рассверливание дырок, оно увеличит компрессию? Да, вот на LCT-шных головах мы их, короче, чуть-чуть углубляем. Угу. Головы рассверливаем. А на BNC-шных, на супершутеровской, вон она, кстати, у меня вон там на стенде висит. Вон она. Видишь, какие отверстия. Их хватает вполне. Но здесь их рассверлили, как бы, ну, ничего страшного. В принципе, сойдет. А здесь посадочные места, он пластичный, поэтому они не разбиваются. И все. Там он какие-то следы. Вот эти? Да, что это? Это Волков, скорее всего, видишь, уменьшал вот эту пластинку. Да, 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 я понял. Вот. This piston used for almost 3 years. Ну, вот и все. Что там? Показывай, говори. Смотри, сейчас я сниму. Реверс. Когда у тебя поршень здесь идет, да? Ну. Вот. У тебя, допустим, первый зуб заходит. Ну. И в момент зацепа, проходя, видишь, если бы здесь был зуб, он бы за него зацепился. Поэтому этот зуб обычно на хороших поршнях наполовину спилен. У тебя синтереверс сломался? Я понятия не имею вообще, что там внутри происходит. Ну, был такой звук, когда стреляешь, у тебя как бы обратно? Вроде нет. Не было. Ну, ладно. Ништяк. Износа? Ну, практически нет. Вот здесь есть потертость только. И здесь чуть-чуть потертость. Все. Берем силикон. Так, то сюда чуть-чуть можем. Теперь надо взять салфеточку почище. Здесь почистили, дальше можно взять, можно не брать. Обратную палочку берем. Это не грязно. Это еще не грязно. Так, вот берем. Что вот эти так, вот я сейчас пиздану на английском. So we changed the piston head ring. New, we placed new, and the compression in the cylinder became better. And I decided to test how much FPS it will add. Last time I checked, it was 100 and 52 meters per second. Now we will check how much it will give with this compression and old spring. Maybe later I will change the spring too.
все. Центральная шестерня. Ну, там сами группируют, похоже. Не знаю, как их называется. Супершутер 100-200. Так, секторная шестерня. Самое основное, это, короче, вот зуб, с которого спускается. Потом косые зубы. Нормально, следующий пока время не ограничено. Это сейчас кончится, блин. Ну и моторная шестерня. Ух ты, блин. Вот здесь немного износ есть. Ага. Вот здесь. Ну и здесь чуть-чуть чувствуется, что есть. По зубчикам. Угу. Ну это не критично, это сойдет. А проба нужна будет или он просто как он просто. Это. Все, там 30 секунд, блядь, осталось. Now assembling the gearbox.